Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Сплит Крим. Сегодня мы будем монтировать кондиционер Hisense Goal инверторный. Моделька 07 до 20 квадратных метров. Монтировать будем в частном каркасном доме. Это спальня. Вешать мы будем ровно над кроватью. Итак, давайте приступим. Закрепили кронштейн под внутренний блок. Сделали отверстие. Сейчас перемещаемся на улицу и будем крепить кронштейны под внешний блок. Кронштейны закрепили. Сейчас будем прокидывать фреоновую магистраль. Ну а далее все подключать. Фреоновую магистраль проложили. Внутренний блок подсоединили. Питающий провод до розетки мы будем вести в коробе по фасаду. Далее выводим к розетке. К проводу подключать будем вилку, чтобы кондиционер можно было отключить. Напрямую подсоединять не будем. Перемещаемся на улицу. Кондиционер полностью смонтирован. Питающий провод вывели в коробе до розетки. Короба от цвета фасада, к сожалению, не было. Далее его заказчик либо покрасит, либо поменяет на другой цвет. Ну а мы перемещаемся в комнату, будем запускать кондиционер. Запустили кондиционер, все отлично работает. Такой у него вот стильный пультик. Хочу напомнить, что это кондиционер Hisense Goal Classic. Инверторный кондиционер покупался в нашем интернет-магазине splitclim.ru. На этом я с вами буду прощаться. С вами был Сплит Клим. Всем пока-пока.